Необычное явление природы напугало жителей Миасса. Они сняли на видео огромный столб воздуха, упирающийся в мрачную тучу и похожий на воронку. Очевидцы тут же окрестили его торнадо и выложили ролик в сеть, чтобы предупредить всех о надвигающемся смерче. Закрученный столб воздуха наблюдали из разных уголков Миасса, из поселков Сыростан, Ленинск и Первомайский, с автозавода и Машгородка, с городского пляжа Тургайка. Однако, если присмотреться, можно увидеть, что столб не движется и даже не закручивается. Скорее всего, это просто низкие облака, пишут внимательные пользователи. К тому же ни грозы, ни сильного ветра не было. Отмечу, что гидрометцентр прогнозирует ухудшение погоды на завтра. В регионе обещают дожди, грозы и туманы.